Николай Николаевич Владиславович осуществил, значит, командировку, служебную командировку в Германию. Командировка протекала, значит, проходила в период с 11 по 13 марта. Надо отметить, что в этот период Германия не входила в эпидемиологическую страну, которая была в перечне стран, где зафиксированный был эпидемиологический порог по коронавирусной инфекции. Более того, он вернулся, значит, в период в ночь с 12 на 13 и при вылете из Германии и по прилету в России, то есть он прошел термометрию, прошел осмотр сотрудниками Роспотребнадзора в аэропорту в карантинной зоне на территории России уже по прилету непосредственно. Вернувшись, значит, в Чебоксары, он сдал все необходимые анализы. Анализы отрицательные. И, соответственно, не являясь каким-либо источником и не представляет никакой опасности для окружающей. Тем не менее, на сегодняшний день Николай Станиславович у нас находится на больничном. Он самоизолирован, находится дома, выдерживая все сроки необходимые. После проведенных контрольных анализов также все результаты отрицательные, поэтому поводу для паники говорить о том, что Николай Станиславович представляет какую-либо опасность, для окружающих нет.